Хочу записать обращение, здравствуйте всем, это мое видео первое, я вообще не, не блогер и так далее, просто столкнулся с такой ситуацией на The Game, админ просто слил мои данные в интернет и начал просто писать какую-то херню, либо это его типы, ну скорее всего это просто его команда такая, животных, просто отсталых тупо, тупорылых животных, скорее всего, блядь деграданты школьники, которые сидят и делают просто ладва и зарабатывают на вас деньги. Вот и все. Максимум, в чем они развились, это вот делать такие игры и развиваться. Началась ситуация, расскажу подробнее. То, что меня сейчас забанили на этом сервере, слили мои, начали, короче, заходить на мои странички в ВК, потому что я использовал пароли, Такие же самые, как в игре, чтобы вы понимали, нужно сразу идти, бежать, менять пароли, если вы играете на этом сервере, максимально мыло менять, может даже пересоздавать аккаунт, либо вообще не играть, потому что все данные, в принципе, они используют на свое благо, как они хотят. Расскажу вот ситуацию, которая вот, смотрите, украинцы, это человек с команды The Game, чтобы вы понимали, вот с этого сервера, вот The Game, я играл на нем, мне получил бан. И начали использовать мои, в принципе, пароли и мыло, заходить на страничку, писать, например, вот такие вот сообщения, лагает, потому что я использую VPN, я сам есть с Украины, в принципе, и использую VPN, поэтому может быть лагать. Потому что контакт в Украине заблокирован. Вот что он пишет первому, типа, администратору сервера, когда я общался с ним когда-то. Это был 10 апреля. Вот он зашел, типа, одинаково пидор пишет, короче. Это человек, The Game, администрация, чтобы вы понимали. Вот это все, что сейчас он писал, это все The Game. Адми, админы. Слили данные, зашли на, через мой пароль, который я пользовался именно у них в игре, и мыло использовал, которое они зашли на страничку, в принципе, в ВК, и начали типа переписку вести, ебать. Вот Степан попал тоже под раздачу. А, Степан, потому что у меня в переписке, потому что я выиграл в акции, и он мне перечислил деньги, 850 рублей я получил вместо, ну, типа, вот я пишу, последняя переписка, я не буду все показывать, в принципе, покажу концовку, которую я, с ним я переписывался, последнее сообщение, которое было, там, все спасибо, получил деньги, конечно, там, с комиссии, типа, 850 рублей вышло, все, это вот мое сообщение, которое последнее я писал ему. Все, что потом после того бана, когда я получил бан, я вышел с игры и удалил эту игру вообще нахер. Вот что он как использовал данные, которые, типа, у него были. Вот, Степан, да. Это оскорбление. Я же говорю, что ты фейком, ни фоток, ни одной оскорбление. Ты извиняешься, потом снова оскорбляешь. То есть, извинился перед ним. То, что, типа, у нас. Из-за фейка, то, что это фейковый аккаунт, у нас разногласия получилось, и, в принципе, я извинился. И вот потом снова оскорбляешь. Ну, вот зачем ты сделал такое имя в ВК? Ты же был подписан по-другому. Видите? Вот зачем ты сделал такое имя в ВК? Ты же был подписан по-другому. Я пока не удалял, типа, то, что он написал, только, блин со стены удалил, не хотел это даже читать, просто это мерзко было реально читать, то, что администрация The Game а пишет просто, заходит людям и пишет просто про украинцев и так далее. И, и людям пишет, не только. Я жду деньги на карту в рот. Короче, можете сами прочитать, я не хочу это все полностью читать, такое именно прочитаю, сделаю так имя. Степана слова прочитаю, то, что типа Степан с ним общался. Это Получается, он общался с администрацией The Game, а, чтобы вы понимали. Вот, это Степан общается с администрацией The Game, вот зачем ты сделал такое имя ВК, ты же был подписан по другому а имя, чистая правда, пошел нахуй, ебан. То есть, имя, чтобы вы понимали, он написал вот такое вот, поменял, украинцы твари, то есть про украинцев он. И вы играете на этом сервере, когда про вас администрация такое пишет, серьезно? Пусть это даже нахуй. Он думал, что это не может не вынесет. Я не знаю, если Степану просто это скину, пусть он покажет людям, где он играет. Может, он сам перестанет играть это. Потому что это просто мерзко, ебать. Мерзкие уроды, ебать. Это администрация конченная просто. Я там играть не буду, я не знаю, донесет это видео куда-то или нет. Но я хочу просто показать полностью, из-за чего это все началось и почему это все происходит. Такое имя, между жду деньги на карту, урод, короче, мое имя, чистая правда, пошел. То есть считаешь нормальным оскорбление всего народа. То есть вот. Деньги были отправлены, не зря Модер отправил после того, что ты написал. Я жду деньги на картку. Ну, короче, просто максимально типа байтит его, типа оскорбляет и все остальное закроет деньги. Короче, просто оскорбляет специально, типа пытаясь типа, показать, что Типа с этой странички Ну, не может быть правильно, один человек, а потом второй сразу вот так вот агрится. Типа, зачем это делать? Ну, понятно, что оскорбление. Что вы понимали, он еще второму и третьему писал. А, вот он еще сюда писал. Короче, всем возможным, кому можно было написать, он написал, потому что сейчас покажу. И сюда он писал, привет, одной из извилина, они тоже типа пообщались, я так понял. Последний раз, когда я общался с ней, Маруська Тихону, 23 апреля, 21 год, чтобы вы понимали. И тут вдруг просто залетает тупо просто быдло ебаная с The Game администрации и просто пишет, привет, говорю, ебаться, ну вот так вот, в принципе. Тут просто было бы еще кому, наверное, писать, он бы написал, потому что тут, посмотрите, у меня, типа, никого толкома нету здесь. Тут чисто именно на акции сделана страничка, просто он все поудалял со стены, что было мое, добавил свое, я поудалял его. В принципе, вот такая вот администрация The Game. Пишите пароли свои туда, логины, мыло, куда регается. Все. Все данные они могут использовать, в принципе, туда, куда им нужно. Вот мои данные сюда использовали. Вот так вот. Все это вот, вот этот вот сервер. Вот этот точно вот, сейчас покажу точно. The game, ебать, администрация сливает данные, оскорбляет нации народа, пишет переписки, ебать, какие-то там мерзкие просто. Вот так вот, в принципе. Было бы, наверное, у него еще больше информации, он бы еще больше сделал. Может быть, даже деньги с карточки сняли бы и так далее. Но, в принципе, там есть пароли другие. Двухэтапная аудификация, как называется, в принципе. Покажи, с чего это началось все. Чтобы, ну, я думаю, интересно, почему он типа так все делает, это все такое. Чисто из-за мелочи. просто самые элементарные мелочи. Посмотри, видео записывается, да. Хорошо, в принципе, отлично. Захожу в личный кабинет, под свой аккаунт, который у меня был, как бы, создан на этом сервере. А, Всю суть в чем была. Я перед тем, как хотел стартовать, хотел заработать немного денег, чтобы у меня было на старт играть, потому что денег на карточке немного и не хочется вообще тратить. В принципе, то, что в Украине война идет, все сидят без работы и денег вообще в принципе мало. Поэтому хотелось бы как-то денег. Я предложил ему просто э, заняться пиаром, вот просто пиарить сервер, типа делать скриншоты там, типа и все остальное просто. Форумы, сайты, там, игры. Я предложил, типа, ему эту штуку. Он согласился и сказал, 100 колов возьму у тебя, типа, за это. Примерно. Типа. Потому что я на других проектах, в принципе, то же самое делал когда-то. Типа выиграл призовые места. Там были. И выиграл по 100, по 50 евро, по 60 евро, выигрывал. То есть, типа, это выходило где-то 120 коллов 100 за мою работу. А, работу сейчас я покажу, которую я выполнял. Вот есть ВК Skype, беседы, групп, то есть, типа я. Ну, тут вот так вот где-то, скриншотов может 60, типа вот... Типа, поскольку у меня там по 100 человек получается, типа, в группах в ВК по 200 человек. Со, ну, типа, основная страничка у меня есть, типа, там, 1000 человек, в принципе, и все такое. А, заходил на сервера, вот, или как я делал PvP, в принципе, и спамил их. Просто вот, спам, 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 спам. Тысячи там скриншотов, просто вот, Orbis тоже попал под раздачу. А, заходишь вот так вот, типа открытие 6 мая, там, типа вот. Вот такие вот штуки. Потом, когда я ему приготовил скрины, он, в принципе, залупился и сказал, типа, после того, сначала просто у нас переписка была вот такая, вот я вам покажу переписку нашу, которая началась, вот, я переписку с ним вел, сейчас он удалил все, в принципе, я даже в телеку открывать не буду. То, я об этом говорю, предложил ему свою услуги, а... Он, короче, я сказал, что я буду делать, он сказал, типа, об этом говорю, типа, где то это может быть лотерея, типа, туда-сюда, типа, поэтому такая работа не может оцениваться в 100 колов. Колы тоже деньги. Ты знаешь, как это говорится, такая работа не может стоить 100 колов. Как ты можешь это говорить? У меня люди в ВК делают по 50 скриншотов в бесед. То есть, они еще, есть у них, вот люди есть, такие же самые, как и я, типа играют а, на сервере, и тен тен теневые, получается, колы раздают людям, которые делают там какие-то, типа, как, как и мне, мне попало, я сейчас доведу суть это все, получают по, по 30-40 колов, люди получают, которые делают скриншоты в ВК, то есть, типа, вы не знаете даже об этом, эти колы залетают кому-то на аккаунт, вы даже об этом не знаете, и никогда в жизни не узнаете, Люди такие делают а, акции, так скажем. Акции, там, первые, там, по пятое место, типа, участие принимаете в пиаре, типа, выигрываете колы. Вот так должно быть. Везде так есть, везде будет. Тут теневые пиары какие-то. Вот я написал человеку, он согласился, типа, заплатить колы. Я даже в шоке был, конечно, типа, ну, проект такой, я могу так сказать. Просто бича, бичатня ебаная. Судите сами, короче, я не буду даже наговаривать ничего. Просто вам все покажу, а вы сами все решите. Надеюсь, это видео попадет куда надо. В каждый старт все довольно просто и понятно. И, и короче, э, пиаром... Я написал то, что мой пиар лучше, чем просто спамить рандомных людей, которых там просто... Тупо рандомные люди, он просто беседы создает по 200 человек, рандомно пишет, кому попало. Мне даже не, не написалось это сообщение, потому что я играю в лад-2, мне не писалось. Там заблокированы эти... Короче, в итоге... Ну, потом пишет, что можно заработать 40-50 колов, если я займусь этим, короче. То есть повышаю тоже цену с 30 до 40, а тут уже 40-50 пишет. Ну, я типа взялся за это дело, короче, и начал делать... Э, так когда я уже скрины сделал, написал ему, в принципе, в 4 часа ночи, он мне обещал в тот же самый день это все сделать, типа проверить. Уже перешли сутки, то есть уже ночь уже идет. То есть... И, в принципе, зашел по приколу, типа, скучно было потестить сервер, написал ему по поводу онлайна на PvP сервере, что там тупо одни боты, вы можете сами зайти убедиться, там реально одни боты просто. Вот весь онлайн, который Степа говорил, там есть на x1200, типа, это все пиздеж. Были, как и сейчас есть, на x50 просто тупо чисто паки играют. Нет, там сольников вообще толком никого нету. Может быть, доширачники, которые типа зарабатывают колы там, это такие. Возможно, такие все. Больше там онлайна нету. Все Uh, все вот эти вот боты, вот это вот, которые стоят, чисто что что-то там делают, крутят там, это все боты. Тупую боты, Вы увидите сами на X50, если кто играет, но я бы не играл, потому что данные сливают. Блядь, потом потеряете и данные, и карточки, и все остальное, и мыло. Все, все что у вас есть нахуй в интернете, все потеряете нахуй. Просто сольют. Придет у них какой-то там кризис какой-то, придет, нужны деньги, нужны информация, нужно что-то слить. Сольют нахуй. Вот это просто животные реально. Просто сольют. Любой другой админ бы просто не занимался бы даже этим. Я пока думаю, вы прочитаете сами, в принципе, я читать все не буду, потому что у меня уже типа реально накипело из этого всего. Я вообще не хотел видео записывать, но зашел в контакт и увидел, в принципе, то, что вы видели 5 минут назад, я показывал. Вот, скриншоты, можете на паузу поставить, потом прочитать. Так вот, это мы типа начали сраться. Типа за то, что я сказал, что у него боты на сервере на x1200. Все он просто тупо реально вскипел. Он тупо начал пениться. Там это просто пиздец. Вы даже не, не представляете, просто написал, что там боты. А это правда. Боты я зашел на x1200 в 5 часов утра, блять. А там онлайн нахуй, ну, в геране сотка. Сотка. Никто не пишет сообщений, никто ничего не делает. Вообще просто типа... Не, бегают там, конечно, они там бегают типа. Но у всех на надписи, ебать, за гейм типа сверху на лбу, чтобы вы понимали. Ни клана, ни героя, ни хуя нету вообще. Все играют тупо боты. И он скипел, в принципе, я сказал, давай нахуй мне мои колы. Он мне, типа, сказал, типа, за лупу тебе и дал 20 колов всего. 20 колов всего заплатил за то, что я, типа, написал, что боты. То есть, их будет наблюдать за мной. Я знал, что он наблюдает за мной, в принципе. И я не собирался тут играть. Я вот первые колы, которые на панпейте, типа, хотел выкинуть. Я выкинул 20 колов те, которые он мне скинул на баланс. И я, в принципе, их... В принципе, сразу вывел. Просто играл, типа шикачался. Вот 69 уровень. И получил бан. Как только колыб передал. И, в принципе, ничего. Не, не жалею ебать, о чем. Потому что играть на таком проекте я не собирался. Но я еще не знал до этого, когда бан получил, что он зайдет мой контакт и начнет вот эту вот такую херню писать. И кстати, это тупо сразу после бана, когда я получил бан. Кстати, я даже не знаю, может, когда это было. Я хочу время посмотреть. В принципе, сегодня что у нас суббота, суббота писал это он... Ха. А писал то он в 5 часов вечера, то есть это до открытия. Вы понимаете, что... А, не, подождите секундочку. Сейчас посмотрим, когда ты он писал. 4 часа вечера писал это он. Вы понимаете, да? Человеку не было. Человеку не делать было. Серьезно. А просто не делать. А, это, короче, печальная ситуация, серьезно. Просто, не знаю. Это, то есть, до бана он уже, типа, намеренно, типа... Бля, я не успел те скрины сделать, конечно. Хотел бы те скрины сделать, показать вам. Как он писал, типа, говорил, что я, типа, скинул эти 20 скалов, типа, еле-еле, нахуй, выбил эти 20 скалов, которые мне скинул. И это просто был шок. Это был просто шок. Это был шок. Что-то забыл. А, почему-то не заходит на the game. А ну, секундочку. За ноги. Так, если отключу. А, нет, секунду. Просто VPN использую. И в принципе вот такая вот ситуация. А, за... Покажу вам еще кое-что, что колы были. Сейчас все это покажу. Быстро может видео затянется немного на дольше, чем я думал, потому что я не знаю тут. С чего начать, потому что переписка в Телеграме удалена. Я не могу переписку показать, все именно, которая была в конце концов. Он написал, типа, я буду следить за тобой. И в итоге, типа, он съелся уже тогда. Я еще даже не стартанул, получается, это было в 5, 5 часов вечера, получается. 5 часов вечера. 4, вот, в 4. То есть до старта. То есть он еще даже бан не дал. Он уже такую херню написал сразу. То есть он уже сразу взялся, у него времени было. Блять, у него было время, нахуй, написать это все Чепуху, нахуй, степану и всем остальным. Сейчас поменяю, блядь. Конечно же, имя поменяю, может Потому что это пиздец, какой-то полный. А, вот. 0 колов, типа, получил бан. Сейчас покажу, типа, что платежей не было вообще, ноль, типа, платежей. Эти все колы, которые я скинул, 20 колов, сейчас покажу на фонпэй, я выложил. Это все колы, которые это он мне отдал. Чтобы понимали, типа, это те колы, которые он мне отдал, потому что, видите, платежей не было, типа, ноль. Кабинет пустой. И пополнений никаких не было с карточки. Блять, если с карточки вообще пополнял, может быть, в принципе, и, и карточку бы нахуй взули бы. Все деньги бы нахуй... <laughs> это, это вам нужно что-то сейчас сделать, потому что, я не знаю, типа, э, могут, если без пароля можно, блядь, пополнить, то, в принципе, они могут деньги поснимать все. А, вот, эти 20 колов, которые мне передал, 600 рублей, вот, типа, 20 монет. Человеку тоже, типа, забрали, типа, колы забрали и посадили в тюрьму, в принципе. В игре мы переписку вели. Вот. Переписку можете прочитать. Ну, типа, я ему, в принципе, колы все скинул, типа. Да, забанили, говорит. Колы забрали. Не забанили, в тюрьму посадили. Меня забанили, в принципе. И вот такая вот херня. В принципе, не знаю, что там говорить. У меня уже голова настолько кипит, что даже я не могу подобрать слов. Что это такое за администрация, ебать. Это даже не администрация, это просто, типа, хулиганы, ебаные, просто хулиганы. Просто бездельники ебаные хулиганы. Они просто где-то денег взяли ебать. Не знаю, может, на наркоте нахуй набарыжили где-то просто. И начали вот такую фигню делать. Серьезно, сервер просто. Вкинули кучу денег на пиар. Просто кучу денег на пиар кинули. И все. И это вот все, что они сделали с этим сервером. Я не знаю, ничем. Они не заслужили такого онлайна, то, что делают. Просто я понимаю, что всем, типа, пакам все платят, типа, все приходят играть туда. Я, я не знаю, типа. Смотрите сами, типа. Ваши данные все могут слить, могут зайти куда угодно. Нужно использовать с умом все пароли, все мейлы. Потому что вот такая может ситуация выйти у вас. Это вот такая страничка небольшая, типа. А что может быть с другими, типа, в принципе, страницами. там? У кого там по 1000, по пять тысяч. У кого-то может канал на Ютубе быть удаленный или там что-то еще, типа. Ну, это опасно, опасно. Можно потерять много чего чего потерять, могут забрать все, в принципе. И... Смотрите сами, короче, я вам показал, не знаю, может видео это куда никуда не дойдет, но я должен был это сделать, потому что это полный пиздец. Ладно, всем спасибо за просмотр, не знаю, посмотрит кто его или нет, но надеюсь, что до кого-то это точно дойдет, какая администрация. Играйте на нормальных проектах и, в принципе, используйте пароли с умом.